4 апреля временно исполняющий обязанности главы региона подписал указ об ограничении работы торговых объектов, реализующих непродовольственные товары, чья общая площадь превышает 500 квадратных метров. Крупные центры должны оставаться закрытыми ради безопасности посетителей, отметил в своем инстаграме Олег Николаев. На этих предприятиях очень сложно организовать входной фильтр, разделение потоков, должную дезинфекцию помещений. Кроме того, именно на эти категории предпринимателей направлены формы поддержки. Мы над ними сейчас очень плотно работаем. На протяжении недели в столице региона продолжал работу гипермаркет «Мегастрой». В адрес органов власти на это поступали неоднократные жалобы. К собственникам центра обратился в РИО главы республики. С 4 апреля торговля здесь прекращена до особого распоряжения. Стремимся соблюсти все требования органов власти. Мы открыты для с ними общения, для того, чтобы пресечь распространение данной инфекции, которая сейчас происходит. Мы рекомендуем всем оставаться дома, заниматься своими домашними делами и минимизировать риски распространения этой инфекции. К решению о закрытии гипермаркета покупатели отнеслись с пониманием. Без ремонта в такие дни можно и потерпеть. Подождем пока. Правильно считаете, что закрывается? Уважаемые покупатели, в нашем интернете... Наверное, так-то необходимости нету сейчас. Правильно. Ну вот ситуацию считаете правильным? Ну конечно, да. Почему? Чтобы заразу не разместить. Ну, вообще, конечно, ситуация опасная. Я не знаю даже, как находиться в этой ситуации. Ну, учитывая сегодняшнюю обстановку, конечно, считаю, что правильно, потому что, по большому-то счету, это не товары первой необходимости. Поэтому, в принципе, это нормально. Если закрываю, значит, есть, наверное, эта причина какая-то. Уже к 5 вечера парковка у гипермаркета полностью опустела, двери закрылись. Предприниматели налаживают систему дистанционной торговли. Мы можем сделать доставку по звонку, то есть достаточно для этого нам позвонить. Чтобы меньше контактировать. Все-таки мне кажется, надо дома сидеть. У меня у самой танцевальной студии закрыты все, все хотят заниматься, но перешли на удаленку. Только сегодня вот вела занятие онлайн, растяжка через Инстаграм. Нарушение режима повышенной готовности объектами торговли и услуг в республике будут пресекать. Свои жалобы жители Чувашии могут адресовать на портале «Народный контроль», заполнив специальную форму.